Друзья, всех приветствую! Здравствуйте! Это Юрий, канал TikTok Мир, мир японских часов. Сегодня на вашем экране модель под названием SBGW-297, новинка декабря 2023 уже прошедшего года. Часы, получившие синий и белый циферблат на данный момент, и корпус 36 мм, что делает их самыми маленькими механическими часами в линейке Grand Seiko. Позиционируется производителем эта модель как мужская, но на мой взгляд скорее это все-таки женская модель. 36 мм не самые большие габариты, тем более если вы хотите своей прекрасной половинке подарить что-то классическое без камней и других атрибутов женского дизайна, то из классики на данный момент вот эти белые и синие будут единственной альтернативой. Все остальное, на мой взгляд, на женскую руку будет крупновато. Часы имеют стальной корпус, стальной браслет и дизайн так называемый 44GS, появившийся еще в 1967 году и явивший миру так называемую грамматику дизайна от Grand Seiko. То есть компания Seiko в дизайне 44GS реализовала все задумки, которые у нее были на тот момент. Лично мне корпус 44GS не нравится, поскольку он, скажем так, немного пухловатый, многим он очень нравится. Быть может, форма моей руки не соответствует этому дизайну, и я обычно советую людям, которые приобретают модели 44GS в корпусе 40 мм и более, примерять на руку. Вот эта модель, как ни удивительно, в корпусе 36, на мою руку села хорошо. 40-мм не садятся, то есть 44GS это корпус не универсальный. Стекло в модели стоит сапфировое, это коробкообразный сапфир, антиблик односторонний. Выпирает примерно на 1 мм от безеля. Браслет классический для Grand Seiko, имеет полировку смешанную и сатинированную, и глянцевую. Здесь ничего нового нет. Застежка также стандартного типа раскладывается. Задняя крышка непрозрачная, что удивительно, поскольку здесь механика с ручным заводом и довольно-таки красивой отделкой корпуса. Но тем не менее решили сделать крышку непрозрачной. Заводная головка с логотипом Grand Seiko, она не закручивается. Корпус небольшой и добавлять сюда резьбу, наверное, было бы неправильно. При этом часы имеют 100 метров водозащиты. Механизм 9S64, механика на 72 часа. Точность плюс 5-3 секунды в сутки, 24 камня и ручной завод. Автоподзавода здесь нет. Поэтому сейчас секундная стрелка не идет из-за того, что корпус пленки. Завести я их, как вы понимаете, не могу. Отдельно стоит сказать про циферблат, лучеванный, красивый, в виде веера, как говорит об этом Seiko. И знаете, вроде бы стандартное гелиоширование, ничего в нем особенного и сложного нет. Не знаю, видно ли это по видео, но за счет качественной обработки, красивейших меток, выверенных линий, смотрится все на высшем уровне. Еще раз повторюсь, несмотря на всю свою, казалось бы, простоту. Но сделано очень и очень добротно. По размерам высота 42,7, диаметр 36,5, толщина 1,6, 132 грамма веса. И вот вам сравнение с другой моделью. Здесь диаметр 40 мм на 3,5 мм больше. Корпус не 44GS. Возможно, на видео кажется, что SBGA-445 гораздо крупнее. Но на самом деле, вживую, когда их сравниваешь воочию, такое ощущение не возникает. И это достигается именно за счет корпуса 44GS. Все-таки он слегка увеличивает размер. Да, я не говорю, что они одного размера. Нет, конечно, 445 модель, она крупнее. Но по ощущениям не на 3,5 мм. Вообще для Grand Seiko и этот корпус считается не крупным, не большим. Здесь нет безеля, за счет этого часы зрительно еще выглядят меньше, чем на 40 мм. Но, как мы видим, Seiko решила не останавливаться на достигнутом и выпустила модель в корпусе 36,5. Мои краткие выводы по модели следующие. Несмотря на корпус 36,5, вполне можно рассматривать как мужские часы на небольшую руку, скажем так, до 17,5 сантиметров. Но больше, я считаю, эта модель подходит для прекрасной половины человечества. Именно для тех милых дам, которые не хотят бриллианты, цветочки и прочие женские элементы дизайна. Жаль, что задняя крышка здесь глухая, механизм красивый. Почему бы его было не открыть. В общем, довольно-таки смешанные чувства по поводу этой новой линейки. Да и стоят они не так дешево, как хотелось бы. Примерно 5000 американских долларов ритейл в Японии.
А на этом все. Крепко жму руку. Будьте здоровы, носите самые лучшие часы. Всем пока.